Всем привет! А у нас новинка – курточная ткань софт-шелл с мембраной на флисе. Давайте рассмотрим, что это такое и чем она привлекательна. Софт-шелл – это трехслойная мембранная ткань. Наружный слой состоит из плащевой ткани с водоотталкивающей пропиткой, промежуточный слой – из мембраны, а внутренний слой – из флиса с покрытием антипилинг. Посмотрим на ее строение поближе. Поэтому за счет этих трех слоев мне удобно как кофте, и в то же время она защищает как куртка. Данная ткань хорошо подходит для прогулок под дождем. С нее хорошо скатывается вода и не продувает ветер. Ткань не нуждается в подкладке, так как внутренняя флисовая сторона очень комфортная к телу. Но учитывайте, что тогда она будет пригодна только для температуры плюс 7, плюс 10 градусов. Материал практически не тянется по ширине, но при этом обеспечивает свободу движения. Из ткани софт-шелл шьют ветровки, куртки, комбинезоны, штаны, в общем, одежду для прогулок. Работать с данной тканью достаточно приятно, у нее не осыпаются края. В процессе кроя рекомендуем использовать портновский мел, потому что он быстро и легко смывается. А вот мыло может оставлять жирные следы даже после стирки. В любом случае, рекомендуем протестировать это на маленьком кусочке ткани. Хороший портновский мел вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Оставим на него ссылку внизу под видео. Еще хотим обратить ваше внимание, что на ткани могут оставаться проколы от иглы. Прежде чем делать отстрочку, потренируйтесь на кусочке ткани, потому что при распарывании могут оставаться проколы. Нужно делать все аккуратно с первого раза. А если вам нужно скалывать детали между собой, то лучше использовать тонкие булавки, и причем по краю припуска. Данную ткань совершенно нельзя утюжить. Мы попробовали, и смотрите, что получилось. Под воздействием высокой температуры повреждается внутренний мембранный слой. А это приводит к тому, что ткань теряет свои водоотталкивающие свойства. Капли попадают на вашу одежду и не скатываются, а остаются на ней. Что еще нужно знать по уходу? Рекомендуется только ручная стирка при температуре 30 градусов, использовать средства для мембранной ткани, не использовать кондиционеры. Запрещается выжимать и высушивать в стиральной машине, а также запрещено гладить. На данный момент у нас в наличии 5 цветов. Приглашаем вас за покупками. Если эта информация была вам полезной, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Спасибо за просмотр и до встречи в магазинах Декабай.